Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет очень интересное видео по поводу Амазинга. Поэтому я вам всем советую его посмотреть от начала и до конца. И давайте начнем с самого начала. Как вы знаете, уже получается 8 день, то есть сегодня 28 число. С 20 числа по 28 число каждый день Амазинг дудосят. И из этого просто невозможно играть, снимать, стримить там и так далее. И многие как бы обвиняют в этом как бы Ковалевского. И я сидел сегодня как бы у него на стриме, и ему задали вопрос насчет Амазинга, и он на него ответил. Как бы я вырезал самые интересные моменты, и вам сегодня это все покажу, ну и потом, в принципе, выскажу просто свое мнение. У меня к вам будет просьба. Во-первых, пожалуйста, поставьте лайк. Во-вторых, подпишитесь на канал, потому что мне до 17 тысяч осталось совсем немножко. Я уверен, кто сейчас меня смотрит, кто-то из вас по-любому не подписан на мой канал, поэтому, если вы не подписаны, просто возьмите и подпишитесь на канал. Как вы знаете, короче, 28 числа, то есть сегодня, на Радмире открыли 8 сервак. И, как всегда, Ковалевский запустил стрим, в принципе, там он контейнер открывал, там и так далее, но это как бы не важно. Речь получается про Амазинг. Ему написали: у нас есть информация, то что ты якобы дудосишь Амазинг. И он решил как бы ответить на этот вопрос, потому что я думаю, все просто ждали, пока он это сделает, потому что он в соцсетях об этом нигде не писал, но в прямом эфире на стриме он все-таки ответил на этот вопрос. Там было более чем 3000 зрителей, пацаны. Я уверен, что кто-то из вас это не видел, поэтому давайте вы, короче, сначала посмотрите отрывок, что он говорил конкретно, а потом я уже добавлю от себя что-нибудь. А вот DDoS идет на Amazing, у нас инфа есть. Значит, пока идет загрузочка и шикарная музыка, пока у меня бокал в руках, хочу сказать ответ дурачкам, которые думают, что я дудошу Amazing. Тост сделаю дурачкам с Amazing, которые считают, что я их дудошу. Ой, вообще, ну, настолько, блин, легко это доказать, что это не я. Ну, в принципе, блин, ну это и дураку понятно, что это не я, но они... Хотя, в принципе, они меня пиарят, поэтому спасибо. По поводу того, что я дошу или не я дошу. Они стоят на хостинге, не буду говорить имена, на хостинге, на котором мы стояли. У нас эта херня творилась постоянно. Нам рассказывали сказки, что нас досят. Так вот, по поводу DDoS, сейчас быстренько расскажу, чтобы от меня отвалили. Они стоят на хостинге, на котором мы давно стояли. Помните, у нас постоянное падение было, постоянная херня. И нам тоже говорили: ой, вас DDoSят, у вас какие-то злостные там хейтеры DDoSят. А я смотрю, тупо весь хостинг падает, все серверы. А Amazing стоит, там стоит еще, ну, если с КРМП, на Мальск, GreenTech, на том хостинге, где... И они все тоже там падают, ну, кому как повезет. И, на минуточку, там стоит еще Diamond Sampa, и посмотрите, он тоже падает. То есть, получается, я дудошу и Sampa, и КРМП, все вместе взято, такой, ну, сука, дудос, блядь, ну. Так, я зашел, но что-то у меня птицы зависли. Такой, ух, сейчас дудос, ну, блядь. Кстати, на минуточку, с Даймондом я очень хорошо дружу, поэтому, ну, это сильно как-то, ну, блядь, это вообще, какой с меня дудосер, мамкин дудосер максимум. А вот, кстати, вот знаете, вот в чем прикол, вот меня обвиняют в каком-то дудосе, ну, блин, ну это реально тупо, это максимально тупо. Так вот, подос, ну я в принципе ответил, ну, блин, тут доказывать реально нечего, потому что, ну, какой дудос, блин. Это вообще непонятно, к чему меня здесь привязали. Ну ладно, мне пиар не помешает. Спасибо за такой пиарчик. По поводу еще от дудоса, Amazing обвиняет меня, но у меня то есть переписки, когда кто как-то, блин, как его звали? Ну, основатель сейчас он считается этого Amazing. Рудольф, у него был никнейм в ютубчике, боже, ВКонтактике. И он там когда-то что-то писал про то, что он кого-то досил или что-то такое. Я не помню. Надо поискать, чтобы я балаболом не был. Найти вот это. Хотя мне, ну, время на это тратить неохота. Но можно что-то полазить, поискать.
Итак, вот вы посмотрели, получается, отрывок, что говорил именно Ковалевский. Да, он не особо хотел об этом вообще говорить, потому что, ну, как бы, его много кто упрекает в том, что, типа, это он делает там и так далее. Я не знаю, он это делает или нет, как бы, я нейтральная сторона, я не знаю, кто это делает, и утверждать как бы не буду. Но у меня тоже были, знаете, такие догадочки, типа, что это именно делает он, потому что все-таки на Мазинге должно выйти ГО, довольно-таки неплохое. Возможно, там Ковалевский увидел конкуренцию и решил как бы подудосить Амазинг, но не все пацан так просто. Как вы слышали, он сказал то, что Амазинг стоит на определенном хостинге, на котором стоят многие проекты. И да, это правда, как бы, допустим, тот же самый GreenTech, он стоит на таком же хостинге, как и Амазинг, его также дудосят. Насчет Намазка я сказать не могу, потому что на Намазке я как бы не играл, но многие мне говорили то, что на GreenTech также идет дудос. Да, возможно, он просто так сказал, чтобы от него отстали там и так далее, но мне кажется, он как бы не врет насчет хостинга, и можете как бы сами в этом убедиться, то, что там можете на Diamond зайти, на Trinity, то, что они находятся на таком же хостинге, как и Amazing, их также дудосят. То есть, что мы понимаем? То, что дудосят не конкретно Amazing, а дудосят полностью все проекты, которые находятся на таком же хостинге, как и проект Amazing RP. Поэтому, пацаны, ну, тут уже я не знаю, что сказать. Можно сказать, что, допустим, там Малиновка дудосит Amazing, Next RP там и так далее. Ну, типа, можно обвинять просто всех. Реально, можно просто обвинять всех, но кто именно, мы, мне кажется, никогда не узнаем, потому что, ну, это просто прям секретная какая-то информация, и я думаю, никто признаваться в этом не будет, потому что представьте, какой просто гнев обрушится на того человека или на тех людей, кто этим занимается, кто дудосит хостинг, на котором находится много серверов КРМП, сампа там и так далее. Лично я не понимаю людей, которые этим занимаются, потому что они в первую очередь просто вредят нам, обычным игрокам, которые ни в чем не виноваты. Они просто играют на своем любимом проекте, хотят расслабиться, получить удовольствие от игры. Из-за того, что дудосят как бы хостинг, страдаем в первую очередь мы. Мы не можем нормально поработать, мы не можем нормально покататься, мы просто не можем нормально поиграть. Бывает там каждый полчаса дудос, бывает каждые 5 минут. Это просто уже не смешно. Ладно, если бы это длилось, допустим, там, ну, один день, два дня. Но когда это длится неделю, пацаны, это просто жесть. Лично я не хочу говорить, что этим занимается какой-то конкретный проект либо человек, потому что, ну, у меня нету никакой либо информации точной. Если у меня была какая-то точная информация, я бы хотя бы мог предположить, либо сказать, кто это может быть. Но информации вообще нету никакой. Да, мы можем так говорить, что это конкуренты, дедосят как бы Амазинг и вообще хостинг, на котором находится Амазинг. Но как бы точной информации вообще никакой нету, поэтому нам лишь можно как-то догадываться, либо делать какие-то свои предположения. Конкретно кого-то мы обвинять не можем, просто можем там лично высказать свое мнение, но если вы высказываете свое мнение, то прикрепляйте до этого доказательства, потому что, ну, обвинять какой-то проект без доказательств, это, мне кажется, очень глупо. Я просто вам показал, что сказал Ковалевский, вот и все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я надеюсь, что все, скоро это прекратится, потому что, ну, хочется уже просто нормально по-человечески поиграть без всяких дудосов и так далее, просто комфортно. Но из этих дудосов комфортно играть вообще невозможно, поэтому надеюсь, хотя бы после Нового года уже все это закончится, потому что до Нового года осталось буквально несколько дней. Всех еще раз с наступающим. Я надеюсь, что как бы этот Новый год будет для нас всех хороший. Добавят обновление, выпустят ГО, и все будет замечательно. Без дудосов, комфортной игрой. Все, всем пока-пока.